Несколько минут назад пришла трагическая новость из Мексики о легендарном российском спортсмене и известном актере Олеге Токтарове. Легенда спорта и звезда киноэкрана вступился за девушку, отдыхая в Мексике. Возник конфликт с администратором отеля. По словам очевидцев, местные жители терроризировали русских туристов, которые остановились в отеле. Легендарный спортсмен, выступавший под псевдонимом «Русский медведь», заявил, что все претензии адресуйте только ему, а простых людей отпустите домой. Лучше бы он этого не говорил. Его слова только раззадорили местных жителей. Более 10 человек одновременно набросились на 54-летнего Олега Токтарова. Хорошо известно, что страна Мексика занимает первое место в мире по количеству мафиозных группировок. Олег Иванович Токтаров – многократный чемпион мира по смешанным боям, но он ничего не смог противопоставить многочисленным противникам. Справедливости ради надо отметить, что ни один из русских туристов не пришел на помощь к великому чемпиону. Лишь только девушка, за которую он вступился, позвонила в полицию и попросила прекратить конфликт. К сожалению, стражи порядка ехали очень долго. Средством массовой информации стало известно, что причина конфликта – девушка попросила отдельный номер в отеле, но ей сказали, что придется жить вместе с незнакомыми людьми. Она, естественно, отказалась, и возникла ссора. Легендарный спортсмен, русский медведь Олег Токтаров, помимо спортивных побед, известен широкой публике по таким фильмам, как «Хозяева ночи», «Сокровище нации», «Курьер из рая», «Монтана», «Предательство». Буквально несколько минут назад стало известно, что величайший чемпион Олег Токтаров находится в тяжелейшем состоянии в реанимации в одной из больниц Мексики.